подозвал пацану, в черных очках, в балах. Этот парень, который ходил тут, Вася, заходи во Живем рядом. Понятно. Пришли. Вообще. А за что? Какие ваши основные требования? Референдум. Чтобы честная власть пришла, как бы, чтобы не было вот этого всего беспредела, что сейчас. И появится. Мы хотим пообщаться с новым губернатором. Вот видите, да, он там забаррикадировался. Снимите вот эту народную власть, которая от народа. Видите, чего как... он боится? Куда он, да, там? Пусть выйдет, выстрелит, скажет свое слово. Спасибо, спасибо, понятно, спасибо. Вы наши ребята. Посмотрите, это мой сын, ему 6 месяцев. И я здесь. Я сегодня здесь для того, чтобы вы понимали, что милиция должна быть на стороне тех людей, которые сегодня против фашизма. Это мой сын. И я стою за его будущее. И я буду стоять. Я не хочу драться с вами. Я не хочу войны, потому что вы наши люди. Я не хочу бойни. Ребят, посмотрите, это, посмотрите. Ему 6 месяцев, и это мой сын. И я не дам его в обиду. Понимаете? И я не дам той хунте, которая сегодня захватила власть, я не дам, я не позволю. Понимаете? Потому что если я не буду этого делать, я не буду мужчиной. Посмотри, классный мальчик. Правда? Я не позволю, я не смогу, ребят. Милиция должна быть на стороне народа. Тогда майдановцы во Львове и везде поднимались, милиция говорила, мы на стороне народа. Ребят, мы сегодня не кидаем в вас коктейли Молотова, мы не бьем вас дубинками, мы не стреляем в вас. Мы хотим, чтобы вы были на стороне народа. Я понимаю, что у каждого из вас семья, я понимаю, что каждый из вас хочет получать зарплату, кормить свою семью, своих детей. Ребят, вы закрываетесь от меня с щитами. Те люди, которые атаковали вас, которые стреляли в вас, которые были, ну, вооружены, ну, всем оружием. Они были закрытыми лицами. Ребят, я стою перед вами сейчас с открытым лицом. У меня нет ни каски, ни маски. У меня нет, ну, оружия. Я стою перед вами, я прошу вас, чтобы вы стали на сторону народа. Я верю в то, что, ну, власть изменится, и вы будете получать свои зарплаты, свои, ну, ну, те там доплаты, все, что нужно. Ребят, я работаю на заводе, я работаю по первой сетке, я работаю в литейном цеху. И с меня хотят снять боты, с меня хотят снять все. Я живу сейчас здесь с семьей, с тремя детьми. Это, ну, ваш долг как мужчин. Это Георгий Скален. Порядок в ней, я не понимаю. Значит, они от чего хотят? Ну, олигархи, мы же не в России, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok.
Да и мне звонил Саня. А мы лицензию на колонах. Едем на Я понятно, вот это так, вот это так.